Всем привет! Сегодня 15 сентября 2015 года. Вот решил взвеситься. Вот у меня вот такие вот весы электронные. Сейчас хочу взвеситься, сколько я вешу килограмм. Так. 83 500. Ну-ка еще раз повторно сейчас. Взвесимся. Так, сейчас еще раз. Для точности данных. Да, 83. То 800, то 500 показывает. 83 500, короче. Рост у меня 1,81 м. И 83 500 я вешу. Ну, кстати, я тогда похудел, получается, на 500 грамм, потому что я раньше весил 84. 84 килограмма. Но для 1,81 м это я должен весить 81 килограмм. А у меня... Вот то показывает 83 500, то 83 800. Что там брал? Это получается на 2 килограмма и 500 грамм я больше нормы вешу. Хотя я вот на себя смотрю в зеркало, мне кажется, я такой худой. А весы показывают обратное. Да, вот точный вес он 83 800. Так что рост у меня 1,81 м. А вешу я 83 килограмма 800 грамм. Надо, наверное, пару килограммчиков сбросить. Так что вот так вот. Ну ладно, всем счастливо, всем пока и до новых встреч.